Всем привет, с вами Мастер Феникс. Сейчас я попытаюсь пройти игру сезона Afterfell. Будет это не просто, нужно какие-то руины собирать во всех частях локаций, в которых мы были, во все, ну, где мы бегали всю игру. Ну, скажем так, не руины, а духов надо собирать. Сколько это будет? Тяжело. Да я думаю, не тяжело, это просто надо будет бегать туда-сюда. Сейчас я бегу в локацию, ну, локацию с этой, с пчелой. Ну, там точно что-то надо сделать. Потому что два из четырех духов у меня уже есть. Значит, еще где-то два надо добыть. Ну, наверное, там надо что-то сделать. В принципе, можно только догадываться, где их взять. Вот. Игра такая замуторная, конечно, что могут быть где угодно. Тут то ли дерево надо освободить, то ли еще что-то. Я, знаете, я... Ну да, так хочется сказать, поменьше таких игр. Ну что могу сказать, завтра Майнкрафт эпизод 8 уходит. 16 числа в пятницу уходит. Рекора на Windows 10. Мне вот очень нравится, что только на Windows 10 уходит. Ну ладно, так бы Let's Play смог сделать. Выходит, соответственно, еще на Xbox One он... Что еще выйдет? Ну, всякие письки Василия Ивановича 2, если вы любите русский квест. Кстати, я не ругаю их, в отличие от многих наших. Да, пользователи, которые почему-то не любят свои же квесты. Вот, я призываю, как бы, ну, я не призываю, просто говорю, что как бы... Вот, я вовсю играю в русские квесты, и английские, и французские, бывают порядка иногда. Всякие вены там. Вот шмель, мы пришли к шмелю. Шмель, в смысле, ну, шмель называют правильно. То где-то надо искать. Сразу видно, игра очень бедная. Что последние бабки делались. Вот они на Кикстарте собирали. Знаете, я в свое время, в принципе, пытался сам делать игры. Ну, не то, чтобы сам пытался делать, то мне, конечно, не поверите. Я пытался, как вам сказать правильно, я пытался с помощью Adventure Maker. Ой, не туда запрыгнул, зараза твоя. С помощью Adventure Maker пытался сделать локации для квестов. То есть делал как квесты, там локации, рисовал. Вот. Но у меня был большой ночь, то есть я был один. Вот. И я понимал, чтобы мне сделать хоть какую-то игру, мне надо очень много, ну, нужно очень много времени. А во-вторых, не просто много времени, там чуть ли лет 10. Во-вторых, мне нужен народ. Вот. Я вообще вот так с языками особо, ну, дружил. Но проблема в том, что если ты будешь один все делать, тут, ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы сделать все одному, скажите мне. Одному делать игру. Причем я брал классику с конца 90-х, там квесты какие брал, специальные там C++, писал коды там, ну, без фотошопов, конечно, не обходилось всяких примитивных прок. Вот, и, соответственно, я бы не сказал, что плохо, у меня получилось достаточно, кстати, неплохо, но достаточно долго все это. Ну, может, я там, не знаю, 2-3 уровня там за полгода.
не 2-3 уровня, ну, может, 2-3 локации, скажем так. Чтобы вам было понятно, почему так долго. Все очень просто, так долго, потому что некому было помочь. Все хотели, я предлагал людям помочь. А они, в принципе, не деньги за это просили, очень большие. Ну, понятно, вы же прекрасно знаете, да, что это стоит. Фигово туча сколько. Вот. Ну, я, конечно, плюнулся на это и решил заниматься этим. Ну, я не знаю, в принципе, правильно это, неправильно. Я брал квесты 90 всяких, там, Broken Sword. Те квесты, которые, помните, на кладбище ушли, да? То есть, вы играли в 90, которые были похоронены там и так далее. Просто было, ну, обидно, что с ними так поступили. Вот. В основном там надо было очень много рисовать, как я помню. То есть мне надо было очень много рисовать, делать модели, все такое. В основном, конечно, делал свободное от времени это дело. Там были по выходным, либо летом. Вот, либо вот на Новый год особенно очень много времени было. Ну, новогодние праздники, в смысле. Вот, я хотел сказать, что если у вас. Если у вас есть среди вас какой-нибудь там профи там по этой части, ну не профи, хотя бы любитель, назовем так, конечно, понятно, что профи вряд ли кто-то есть. Пожалуйста, обращайтесь, вместе что-нибудь попробуем. Не попробуем что-нибудь, а сделаем обязательно, попробуем, сказал я. Сразу говорю, я буду пытаюсь возродить квесты 90-х годов, потому что ну, я уже говорил, что они как бы лучшие нынешних игр. Понятно, что мы с вами графику Unity не запилим. Во-первых, она очень дорогая и все такое. И бюджет надо большим. Поэтому как бы я... если есть среди вас люди, которые, в принципе, способны на это, пожалуйста, обращайтесь. Пишите в комментариях просто. Напротив каждый пиздец. Почему бы нет? А почему бы нет? Долго бы не делать. Народа, конечно, надо много. Но все-таки. Если у вас есть желание. Но если нет, так нет. Нет, как говорится. Так. Мое, как это да, я как бы только предложил, а вы отказались, или наоборот, чем думаете, я дважды не буду предлагать такие вещи. Так, ну что, мы белка бежим, тут что-то надо сделать. С этим шмелем. Тут где-то дерево надо найти. Подождите. Надо. Да. Да. Ну я понял, да. Да, спешу, летсплей делаю.
Значит, футболку, майку делать, вот это. Понял. И я, конечно, с капюшоном иду на улицу, да. Все, понял, давай. Спасибо за борщ, давай. Да. Да. Да, сказать, что я не знаю, что делать, не сказать ничего. Проблема в том, что то ли с деревом что-то надо делать, то ли еще что-то. Фиг его знает. Не спрашивайте меня, что делать. Самому интересно. Что-то с деревом, кажется, надо сделать. Не пойму, не пойму. Знаете, что самое фиговое? Никаких задач,
на карте ничего не обманывать. Просто думай, что хочешь. Типа твоя проблема. Вообще не пойму. И что я должен тут делать? Что ты с деревом связано? С чем связано? Проблема в том, что я бегу с самого начала, бегу вообще не пойми куда. И я не знаю просто, то с деревом что-то сделать, ритуал, дерево, вот. А как это сделать? Да. Расхолочно. Нафига, знаю я, как вот что тут делать, блин. Какие-то ритуалы. Нафига, не знаю. Сейчас я прибегу вообще в пещеру. Там мне вообще делать нечего. Видите, еще два камня должны зажечь. А как? Грик. Какая-то креция, что ли? Ну, блин, я не... Ну, нифига, я сюда пошел, но... Нечаянно так. Да почему же нечаянно? Ну, понять, что делать. Нечаянно, нечаянно, специально. Делать-то что? Вот дерево, с ним что-то надо сделать. Нужно с одного острова на другой. Ну, дерево там, да, такое дерево должно быть, где пчела, к примеру. Куда мне идти-то? Здесь пещера сейчас будет. Вы знаете. Вообще просто ошибись. Не знаю. Почему я должен догадываться сейчас? Почему я должен дрожать где-то сажать? Дай бы мне, не знаю, затань. Иди туда, так, иди то. Я знаю, куда сейчас иди, правда. Ancestors. Чёрти где. Я не точно не знаю, просто я не пойму, как ритуал этот провести.
И зачем меня в обратно локации отправляют? Это же неправильно. Сейчас я опять перемещусь, чертик, куда? Я перемещаюсь сюда, камнем. Вот. Что делать дальше?
Пойдемте в пещеру. Пойдемте в пещеру, там будем это. Что будем? Там, может, там что-то там делать. Видите, пещера 3 пройдена из 4. Что-то тут еще надо делать. Вообще, мы не любим место в этой игре. Как вся сама игра. Вообще, игра какая-то зенду. Зенду рестанция. Блин, ну знаем ли, что тут... Пещеру просто хочу добить. Да, говорили, тяжелый случай. Пит надо добить, пит надо добить. Пещера. Ужас какой, да. Что тут делать главное? Тоже непонятно.
Ну, это вообще не понятно, что делать. Если так, это я куда? А, ну понятно, ты в самый низ, блин. Ну я что, знаю код? Знаю. Все готово на ритуал.
Ну чё, лисичка? Давай уж. Не знаю. Он стал. Не понял, что он сделал. Шутка. Ладно. Ха-ха-ха. Ху-ху-ху. Пойдем-ка мы с вами на остров. У них тоже не просто. Не против. По острову погуляться. Там, где крокодилы. Там, где аниматоры. Там, где стрелки. А, ну. Так, ладно. Идем.
Так, тут где-то выход. Ну не тут, он там сверху еще выше надо подняться. Сюда. Даже мне это на этот остров не везение.
Так, теперь мне нужно как-то попасть на остров. Я уже забыл. Куда идти? Ну, сюда куда-то. Через сами большой возьму. Так. Сюда, давайте все остров. Все на остров. А, нет, не на острове, пардон. Должен был на острове, что-то похоже. Ну, это не остров. А, вот оно, дерево. Теперь нужно разобраться. Мы разберемся с этим деревом, будет нам третий дом. Третий камень, Дарья, третий дом. Там четвертый на острове будет. Как я понял. Теперь будем тут, значит, ходить, бегать. Много пчелы. Вот. Один фрагмент. Еще один надо. Так. Ну, он уже где угодно, как вы понимаете, может быть. Ходить уже его искать просто. Так. Может быть, вот тут где-то сверху. Ну, короче, надо прыгать, надо потом еще будет одно дерево найти тоже. И тогда мы пройдем все в ром. Вот так вот. Такая хренотень. Вроде бы так. Если ничего не забыл, я, конечно. Скорее всего, где-нибудь вот тут. Запрятаны. Может, нет. Еще один фрагмент нужен для третьего. Так. А вот он последний. Последний фрагмент третьего камня. Так, ну да. Третьего не камня, третьего дерева, да. Всего четыре. Теперь идем к дереву, крутимся вокруг него. Вот так вот. Достижение лофта я болтаю. Ну потом нам четвертый на острове. А где он еще может быть? На острове-то. Четвертый на острове где-то там.
В общем, видите, три дерева мы сделали. Теперь нам надо найти четыре дерева. Четвертое дерево. Три камня мы зажгли только что. Теперь нам надо четвертое, как камень зажечь. Ну, как-то правильно. Нет, не зажечь, не в этом смысле. Для этого мы пойдем на остров с вами. У меня колонки брахлят, так из них звук иногда попадает. Идем на остров. Там ты проведи. Так. Так. Ну там, потому что я видел дерево. Там тоже фрагменты надо собрать. Ну, фрагменты. Ну, колонки брахлят, надо мастера вызвать. Пускай займется этим девайсом. Ну, в принципе, по-хорошему их надо просто менять. Они старые очень, лет 10, наверное. Но уже отжили свою. Поэтому я не знаю, конечно, но, по-моему, по идее, вообще надо здесь компьютер менять. Да денег нет. Вот вам. Если бы не этот кризис долбанный. Тогда бы... Там бы... Так, ну, по нас опять. Сейчас по деревьям попрыгну. Остров я сейчас найду. А потом... Я помню, там дерево было. Не надо сюда. Сюда. Здесь где-то должен быть вход на остров. Остров нельзя. Да, последнее дерево, блин, последнее, чтобы последний ритуал сделать.
Да, видимо, остров не тут находится. Хотя мне сюда не надо. Нафига я сюда пришел? Ответь три. Раз, второй дуб, третий дуб, цапа. Челы, двери, четвертый остался. О, уж мне это игра. Уж мне это нет, когда...
Спамом где-то тут находится. Айсланд должен быть. Ну, грех тут, да. Грех, да, вот здесь он. Я помню, грех здесь. Отсюда будет. Отсюда можно будет переместиться. Да, здесь он. Сейчас туда, наверное, запрыгнут. На острове, пожалуйста. Дерево как бы тут собрано уже. Да нет, с ним тут что-то надо сделать. Да ладно, собран. Интересно, вот дерево, да? Видно же, да? Так слепой не увидеть дерево. Дальтоник не увидеть. Что с ним делать-то? Куски чего-то там надо собрать. Мозаики. А где их взять? Ах ты, боже мой, ты, боже мой, ты, боже мой, ты, боже мой. Я понял, что тут делать. Может, он не тот сюда?
Тут я его собрал, а почему я не могу? Оживить его. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Хотя есть идейка есть, но она вам не понравится. Она вам очень не понравится. Опять идти в пещеру. Может, тогда тут получится. Может, надо идти в пещеру, кому-то типа такой: о, ты сходил в пещеру, чувак, ты крутой, я тебя уважаю. Все, теперь мы друзья навечно. Не? Он скажет: ты крутой, и я крутой, и теперь мы вместе будем творить этот мир. Ну, что-то в этом роде, да? Не? Ну, тогда будем думать, Ну ж в пещере не все выполнил, там 3 из 4. Что-то там надо сделать. Ну куда ты меня опять под этот остров? Долбанутый, блин. Айсланд, нафига мне этот Айсланд? Нечего здесь пока делать.
Только в пещере что-то надо сделать. В пещере, ненавижу пещеру. Пить. Идем пить. Там еще понять, что делать. Что-то нас хотят. Ну там что-то надо сделать. Что? Здесь пещера.
Ты же мне пещеру-то достал. Ну и что мне тут делать? Ну я не знаю. Тут должен быть этот. Тут вроде как камень должен быть. Наверх надо сюда запрыгнуть. Ну как я запрыгну? Попробуй там сверху как-нибудь зацепить. Понимаете? Вот смотрите, тут есть какая-то фигня, он туда как-то может запрыгнуть. А как? Ну вот я тоже не знаю. Хер кого знает.
Сейчас попробуй один способ. Что? Запрыгнуть туда. Правда, тоже вряд ли получится. Это лучше, чем ничего. Это похоже глюк. Сейчас проверим, глюк это не глюк. Там должен быть камень, и по нему должен запрыгнуть. Должен вырасти камень. Я на него запрыгиваю там, где снялся. И допрыгиваю, соответственно, до... Там же спускаюсь вниз. Да, в самом конце, конечно, блин. Неприятно там. Становится. Не, ну а чё? Чё? Чё я могу сделать? Всегда такая, блин, зараза. Попробуем опустить воду просто. Не, ну просто вот эту воду попробуем опустить. Так. Если нет, тогда, ну, ребят, ну откуда я знаю, где этот камень добыть? Вот. Вот так вот. Ну так она вроде наоборот, да, поднимает. Так мне нужно ее воду или опустить, либо поднять. Что-то одно из них. Давайте сначала этот подымем. Потом что вернемся? Используем другой символ. Ну как-то так должно быть, блин. А как еще по-другому? Как я им камень тус? Блин, камня нет. Это был приятель полный. Ну, мы поняли. Теперь опять наверх подниматься. Видите, что? Мне надо, чтобы появился камень. Чтобы я туда наверх запрыгнул. И там уж спустился. А что для этого сделать надо? Я бы сказал, да нельзя на ютубе. Я без понятия. Вдруг ютубер появляется. Да нет, почему-то. Вообще жесть какая-то, ей-богу. Чё делать? Почему не появляется? Это глюк, что ли, какой-то? Может, конечно, этот камень где-то надо было в другом месте делать, чтобы он тут в пещере появился. Но где? 3,5 часа минимум игру проходить.
Где им там рожать будет этот камень? Вот у меня такая проблема, я не знаю. Видите, вот этот гриб, что с ним делать? Это вроде только что... Ну, опустим, давайте, воду. Хотя я вас уверяю, скорее всего, камня не будет. Если даже не будет, тогда спрашивается вопрос, а как перепрыгнуть туда, ну, запрыгнуть, в смысле, туда. Ну, говоря, уже даже игра достаточно надоела. Нет, во, где им возьму его? Народ, ну я не знаю, тут камень должен быть. И тогда мы пройдем всю игру. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Мне есть, конечно, догадка. Кому не нужен? Камень должен вырасти. Как он вырастет? Вот тут должен быть камень, понимаете?
Тут реально похоже на глюк. Ну а что это еще? Так просто фигня. Так просто. Туда надо запрыгнуть, это я точно вам могу сказать. А уж как? Где этот камень, а почему не появляется? Ну... Это большой вопрос. Я не знаю. Почему он не появляется? Как сделать так, чтобы он появился? Один малейший камешек. Неужели так сложно было, чтобы появился? Ну правда, долбанутая игра какая-то. Нафига мне этот камушек? Мне сдался, чтобы спуститься вниз и дерево это оживить. Вот все. У меня другой вопрос, знаете какой? Не вопрос, соответственно. Добить как эту игру. Без этого камушка никак, понимаете? А этот камушка не хочет появляться. Зараза, да? Получается, что... А туда запрыгнуть нельзя, потому что надо с чего-то туда прыгнуть. Ну, короче, черт его знает, ребят. Я, знаете, я вижу, что игра шла. Еще наглючена. Заглючила, походу. В принципе, я без понятия, как это. Надо как-то просто... Камушек где-то. Сейчас нажму на стоп летсплея. И буду зайду в YouTube, посмотрю, где подсмотрю там, где они там нашли. Ну а что мне сейчас? Я по всем локациям искать камушек. Че, я совсем чего? Придется мне идти из пещеры. А что еще? Все, давайте. Сейчас мы пойду искать этот камушек. Всем, мать и феникс, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комменты.